От Абхазии до Камчатки – такова география привезенных в Рязань продуктов. Уникальные по своей рецептуре, способу производства и натуральному составу. Эти кулинарные произведения способны украсить как праздничный стол, так и будничное меню. Икра здесь высочайшего качества, как говорится, икринка к икринке. А рыба выловлена в чистейших камчатских водах – чевыча, кижуч, семга, белуга. Прежде чем купить, все можно попробовать. А добавить новые краски в, казалось бы, привычные блюда помогут специи. Более 40 видов уникальных и пикантных приправ, среди которых соль сванская и абхазская, гранат и меретинский шафран. И это далеко не все. Также мы привезли вам настоящий хмели-сунели. Купаж из 16 трав идет. Вот. Есть ореховая универсальная, ее можно везде добавлять. Холодно зимой, а теплом летнем дне напомнит чай с ягодами и травами. Яркий, насыщенный аромат чая ручной сборки подарит истинные моменты наслаждения. Из 30 видов каждый найдет свой вкус. Это самый северный чай, который собирается в горах Большого Сочи. Вот. Купажирование мы проводим сами, добавки все собираются тоже в горах. Вот, все полезное, все вкусное. Вот, не только вкусные ягоды, даже и цветочки, и травы. Чтобы чаепитие было еще более приятным, на выставке продажи можно приобрести вкуснейшие варенье и экологически чистый горный мед, собранный на высоте 800 метров над уровнем моря. Янтарный цвет сладкого лакомства, помимо гастрономического, подарит эстетическое удовольствие и укрепит здоровье. Пасеки наши находятся высоко в горах, вот там нету ни заводов, ни автомобилей. Вот каштановый мед очень полезный для сердечно-сосудистой системы. Отдельное место занимает царица стола – аджика. Два вида аджики. Одна из них является редкостью в России, не встретить такого в принципе. Также много видов соусов разных. Михаил не в первый раз приехал познакомиться с особенностями национальных вкусов. Говорит, нравится ассортимент и качество, признается, купил всего понемногу. Икру, сыр, специи. В супермаркете просто зачастую нет таких вещей, таких продуктов. Каких, например? Выдержанных сыров таких, по крайней мере, не видел. Изюминкой выставки является то, что абсолютно все можно попробовать и принимать решения, полагаясь исключительно на собственный вкус. А в преддверии Нового года все деликатесы особенно просятся на праздничный стол. Орехи, сладости, мясные деликатесы, такие как суджук из оленины, баранины, телятины и конины, оленина в красном вине, сыры и еще много других уникальных продуктов можно приобрести ежедневно на выставке продажи особенностей национальных вкусов, которая работает с 6 по 16 декабря в торговом центре «Премьер» на третьем этаже с 10 до 20 часов. Мария Руда, Игорь Глотов, телекомпания «Город».